В первые дни мая шоссе Омска и Омской области традиционно заполнили велосипедисты в яркой форме. Это проходила 31-я многодневная юношеская велогонка, посвященная Дню Победы. В день открытия соревнований около 100 велосипедистов лучших велошкол России и Казахстана запустили в небо сотню шаров в память о погибших воинах. Гонку в память мы победе посвящаем. Мы помним вас, и вас мы почитаем. Ставшая уже традиционной омская юношеская велогонка в очередной раз собрала спортсменов 15-16 лет. Наш регион представляли три команды Омского областного велоспорта и одна из СДЮС Шор номер 8. То, что традиции сильны, говорит о том, что вот 11 городов приехала принять участие в Омске для того, чтобы помериться силами. Конкуренция в России сейчас растет. Есть программа «Старт», которая сегодня выделена 40 регионам, дополнительные велосипеды, автомобили. Как и в предыдущие годы, велогонка была разделена на несколько видов программ. Командные, групповые, индивидуальные заезды, они проходили на трассе Омск-Красноярка. И заключительная гонка «Критериум», которая по традиции состоялась у арены «Омск». Победителем последней гонки стал Евгений Прудников из Тюмени. Второе и третье места распределились между омичом Николаем Черкасовым и остаменцем Романом Василенковым соответственно. Все замечательно. Много друзей тут узнал, познакомился. Трасса хорошая, потому что поворотов много. Удобно очень, отъезжать есть где. В итоговой индивидуальной классификации по времени призовые места распределились между спортсменами команды «Астана-1». Победителем стал Григорий Штейн. Была гонка вообще тяжелая. Но мы приезжали сюда, чтобы побеждать. Ну, команда помогала. Команда у нас хорошая, сильнейшая команда. В этом году весь пьедестал их. Команда сильная. Гонщики Астаны из года в год наращивают силу свою, наращивают скорость. Вполне заслуженная победа. По результатам 7 дней командную классификацию выиграла «Астана-1». На втором и третьем местах – сборные Башкортостана и Тюменской области. Команда «Омский велоцентр-1» в этом году смогла занять лишь 7-е место. В данный момент на Омской области 4 гонщика высокого класса находятся в профессиональных командах. Это команда «Астана», это команда «Катюша». Таким показателем ни один регион страны больше не может похвастаться. Я думаю, на следующий год у нас уже подрастает, то есть следующего 97-го, 98-го года плеяда мальчишек, которые смогут на равных сражаться с такими сильными командами. Омская юношеская велогонка – соревнования, на которых начинали свою профессиональную карьеру многие именитые спортсмены. Молодые велосипедисты сюда едут не только завоевывать призовые места. Здесь обмениваются опытом, находят новых друзей.